Обзор по паре доллар-иена, часовой график. Вчера в отсутствии движущих факторов по данной валютной паре наблюдался движение в узком диапазоне цен, что продолжается и в течение сегодняшних азиатских торгов. Следует отметить, что основным драйвером рынка сегодня станет публикация протокола Комитета США по открытым рынкам в 21 час. До этого момента ожидаю, что котировки попробуют протестировать сопротивление 113.94, и уже по результатам публикации протокола ФОМС, в случае если они не будут содержать улучшенные прогнозы по экономике Соединенных Штатов, что более вероятно, а также по росту процентных ставок в текущем и следующих годах, которые были прогнозированы еще в декабре. В том случае следует рассматривать заключение сделок на продажу, соответственно, ослабление американского доллара, которое в перспективе сегодняшней, возможно, завтрашней сессии вновь вернется к поддержке 112.85. Следует обратить внимание, что на часовом графике продолжается общее боковое движение рынка. На 4-часовом графике более заметна нисходящая тенденция, но для заключения более долгосрочных сделок на продажу следует дождаться все-таки достижения пересечения как уровня сопротивления, так и линии сопротивления нисходящего тренда, что, скорее всего, произойдет лишь к окончанию текущей недели. До этого на ближайшие сутки рекомендую продажи при достижении сопротивления 113.94.